Известная российская певица Анита Цой приняла вызов на баттл от блогера Екатерины Ходжаевой. Согласно придуманным правилам, знаменитости должны поочередно выбирать задания друг для друга и выполнять их. Чтобы победить, каждая соперница старалась придумать для своей оппонентки наиболее сложное и необычное поручение, которое она отказалась бы выполнять. Однако участницы поединка не были готовы сдаваться и дошли до шестого раунда. Звезда сериала «Саша Таня» Андрей Гайдулян рассказал, как победил рак. Новое задание для Аниты Цой звучало так: в костюме пчелы опылить цветы на глазах прохожих, затем их ужалить и умереть. Чтобы его выполнить, артистка отправилась в столичный торговый центр, примерила на себя костюм пчелы и исполнила танец перед незнакомой парой. Она вручила молодому человеку букет ромашек, сделала вид, что опыляет цветы, а после ужалила мужчину. Как и было предписано в задании, после танца Цой свалилась на пол, изображая свою гибель. Пара, перед которой певица исполнила свой номер, не могла сдержать смех. Поклонники разделили эмоции молодых людей. Под видео с танцем Аниты Цой подписчики оставили множество комментариев, в которых подчеркнули, что ролик теледивы их очень позабавил. «Вы очень отчаянный и смелый человек. Вот Цойчиха коры травит. Побольше таких позитивных смелых старушек. Супер! Катаюсь по полу от смеха», — написали пользователи. Ранее 5TV.ru сообщал, что Анита Цой стала уборщицей на фудкорте.